Чемпіонат Європи по вольній греко-римській боротьбі серед інвалідів по слуху сьогодні стартував у Гомелі. За медалі змагаються більш за 100 атлетів з 11 країн світу. У національну команду увійшли 19 чоловік. Боротьба розгорнулася на пляцовці палаца легкої атлетики. До речі, уже сьогодні по греко-римській боротьбі, ті, як її ще називають класичний, серед юніорів визначаться переможці. 30 і 31 кастрычника за призи позмагаються дорослі класики. Представники вольної боротьби почнуть выступление 1 листопада. Мы старались, чтобы эти соревнования были организованы на высоком уровне. И президент Европейской спортивной организации оказывается доволен уровнем организации этих соревнований. Но мы надеемся на успешное выступление. Нам не все равно, как пройдут соревнования, уровень организации. Это своего рода марка государства нашего, а мы ее стараемся держать высоко. Такие спаборництвы проходят в Беларуси упершиню. Каб стать господарами турниру, пришлось позмагаться с Болгарией и Турцией. Але чемпионат по легкой атлетике сярод инвалидов по слыху, який прошел летось у Гомелі на высоком уровне, допомог представникам международной организации глухих вызначиться с решением. Мы готовы принимать любые уровня соревнования. Наши объекты сегодня готовы для этого. И если будет дано право Гомельской области принимать какие-то еще соревнования, конечно, мы будем всячески этому способствовать.